милую, добрую и обаятельную женщину Марию Максимовну Нестерович с 65-летием поздравляют администрация и профсоюзный комитет открытого акционерного общества «Торгмаш». Дорогая наша именинница, сегодня вам 65, и это замечательный повод улыбнуться и вспомнить все самое хорошее и доброе, что было с вами. И пусть впереди вас ждут еще более яркие, радостные и счастливые события. Желаем не переставать ослеплять этот мир своей красотой. Желаем, чтобы ваше чуткое, открытое сердце всегда было полно любви, отрады и вдохновения. Желаем, чтобы жизнь заиграла новыми, сочными красками. Невероятно позитивного настроения вам. Множество милых, душевных сюрпризов, человеческой доброты, отзывчивости и надежности, комфорта и уюта, поддержки и понимания, любящих глаз и искренности, здоровья и любви. С днем рождения вас! С днем рождения поздравляя, вам желаем лишь добра, чтоб от счастья и улыбок закружилась голова. 65, середина. Столько же еще хотим пожелать прожить в любви вам, в теплоте своей души. Позабудьте свои мысли о тех днях, что утекли. Впереди еще полжизни, только счастье впереди. Свою первую любовь Ирину Максимович с днем рождения от всей души поздравляет Александр Майоров. Поздравляю тебя с днем рождения. От всего сердца хочется пожелать тебе только всего самого наилучшего. Пусть каждый день дарит тебе только положительные эмоции. Здоровье никогда не подводит, купюры из кошелька не исчезают, а только прибывают. Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют и гармония. Желаю быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных, надежных друзей и, главное, любить и быть любимой. Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой. Желаю тебе простого женского счастья и тепла. С днем рождения! От всей души, с большим волнением, в котором слов не находя, я поздравляю с днем рождения, с прекрасным праздником тебя. Пусть жизнь твоя течет рекою среди высоких берегов, и пусть всегда опорой будут надежда, вера и любовь.